Кладбище домашних животных расположилось в пригороде Нижнекамска. Хоронят питомцев в лесу. Здесь более 200 могил. И, судя по состоянию надгробных камней, самое первое захоронение появилось здесь очень давно. Значит, кладбище это существует уже где-то в районе 10 лет. То есть и здесь граждане самостоятельно захоронят своих животных. Оно, как таковое кладбище для животных, оно статуса своего не имеет. Сразу и не разберешься, что хоронят здесь животных. Могилки словно человеческие. На многих стоят ограды, а рядом с некоторыми и вовсе лежат наполненные миски и игрушки. Видно, что хозяева приходят сюда регулярно, наводят порядок и даже приносят цветы. За то, чтобы похоронить здесь своего любимца, платить не придется. Полянка эта принадлежит лесхозу, и территории городского кладбища не является. Как показывает практика, что возле каждого кладбища городского всегда есть кладбище домашних животных. По гражданам существует закон федеральный 8 ФЗ о погребении и похоронном деле, да, а по животным я еще такого не слышал. Удивительно еще и то, что питомцев хозяева хоронят согласно своей вере. На надгробиях можно увидеть мусульманские обелиски и православные кресты. Как сказал Стивен Кинг, над могилами смеяться нельзя, ведь все мы однажды будем их жильцами. Каждый заслуживает достойного погребения. Домашние животные не исключение, ведь для многих они становятся полноправными членами семьи. Эльвира Сафиуллина, Артем Рябов, телеканал «Нефтехим».